В Ростове-на-Дону идет подготовка ко второму Всероссийскому форуму продовольственной безопасности, который пройдет 27-28 апреля под девизом «Экологически чистые продукты – основа здоровья нации». Об этом в ходе круглого стола в пресс-центре издательского дома «Евромедиа» рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Очень сильно нас беспокоит тема, конечно, экологически чистого питания, чтобы не было тех продуктов на рынке, которые наносят вред здоровью населения. Основной девиз второго форума – это экологически чистые продукты, основа здоровья нации. Вот отличие форума второго, как раз это, в первую очередь, это качество продукции. Издательский дом «Евромедиа» выступает информационным партнером мероприятия. К форуму продовольственной безопасности готовится специальный выпуск журнала «Вестник АПК», который представят участникам форума. Журнал «Вестник агропромышленного комплекса» является официальным информационным партнером Министерства сельского хозяйства и продовольствия России. В пресс-центре издательского дома «Евромедиа» главный редактор журнала «Вестник АПК» Елена Бакеева познакомила первого заместителя губернатора с основными разделами специального выпуска журнала и сообщила, что регионы Юга России займут центральное место в журнале. Форум второй. Мы идем уже с пониманием, что мы не боимся санкций, что мы смогли наполнить страну продуктами питания. На сегодняшний день та же Ростовская область, наша южная, она находится в первой категории, 90% самообеспечения продуктами питания. В ходе круглого стола было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области и издательским домом «Евромедиа». В рамках соглашения журнал «Вестник АПК» будет рассказывать о наиболее значимых и интересных проектах в сфере АПК Ростовской области. Инициатива проведения Всероссийского форума продовольственной безопасности выдвинута губернатором Ростовской области Василием Голубевым и поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На пленарном заседании первого Всероссийского форума продовольственной безопасности выступил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Форум, в котором планируется участие более 3000 человек, проводится при поддержке правительства Российской Федерации, Минсельхоза России, правительства Ростовской области.